На календаре 11 июля. Струковский сад всегда был любимым местом отдыха самарцев, его даже называли «легкими города». 11 июля 1931 года в Самаре полным ходом шла продажа сезонных абонементов на посещение Струковского сада. Для рабочих и служащих по предъявлению профсоюзных билетов цена абонемента составляла 3 рубля, а по заявкам коллективов рабочих и служащих – 2. Ежегодно 11 июля в России свой профессиональный праздник отмечают художники по свету или светооператоры. А еще сегодня Всемирный день народонаселения и, пожалуй, самый вкусный праздник года – Всемирный день шоколада. Поздравление с днем рождения сегодня принимает член Общественной палаты Самарской области Петр Александрович Горшков. Также 11 июля появились на свет американский гитарист, автор песен, бывший участник рок-группы Bon Jovi Ричи Самбора, цирковой артист, дрессировщик хищников Эдгард Запашный, российская актриса театра и кино Екатерина Вилкова и другие знаменитости. В народном календаре сегодня крапивное заговенье. Наши предки готовили из крапивы всевозможные блюда, использовали ее при лечении различных недугов и в косметических целях. А из так называемой крапивной ткани шили одежду, мешки и даже паруса. Такими событиями вошел в историю 11 день июля. Хорошего настроения вам и успехов во всех начинаниях!